Так, доброе время суток, дорогие друзья. Сегодня хочу представить к вашему обзору табак Golden Virginia. Вот такой вот отличный табак у нас. Что я могу о нем рассказать? Ну, Golden Virginia. Американский табак выпускается компанией The Bridge American Tobacco Group. Вот здесь написано. Что он имеет? Никотин, смола. Вот здесь вот то же самое написано на этом кисете. Что на 0,4 грамма, значит, он имеет 0,6-0,8 грамм никотина, значит, 8-12 миллиграмм смолы. На 0,75, значит, имеет 15-19 миллиграмм смолы. Значит, 1,1-1,3 миллиграмм никотина. Вот такие вот показатели. Окей. Что же делаем сейчас? Сейчас вскрываем наш кисет. Вот с таким вот табачком. Вот так он выглядит изнутри. Он влажный, спрессованный. Я сейчас попытаюсь достать брикет. Вот такой вот брикет. Ой, это что ж такое? Ладно. За него я заплатил 4 евро. Duty free. Не очень дорого. Честно вам признаюсь, курил я его ранее. Нормальный табак. Мне понравился. Что ж, продегустируем. Продегустируем мы сегодня бумагой Giza. Это тоже одно новшество у нас. Я ее то же самое купил в Duty Free за 1 евро. 100 бумажек. Вот такая вот классная упаковочка. Вот здесь вот магнитик, здесь магнитик. Так. Пак. Вот такая вот ништяковая вещь. У нас сегодня есть фильтры OCB, значит, экологические и обычные, поролоновые. К этим поролоновым фильтрам идет вот такая вот бумажка. Но что я вам могу сказать, дорогие друзья? Купив вот эти вот фильтры, просто достать бумажку и выбросить. Это моя вам рекомендация. Вот такая же бумажка. Чем они отличаются, значит, вот это и вот это вот? Тем, что на это есть клей, а на этой нет. И цена в 15 раз дороже. Вот это вот стоит, чем вот это вот. Хорошо. Отложим это всю сторону. Экологические фильтры, честно говоря, друзья, мне не нравятся. Что-то не понял я их, какой-то прикол, их какую-то фишку. Не знаю.
Ладно, отложим их тоже в сторону. Мы сегодня используем обычные поролоновые фильтры. Slim 0,6 миллиметров. Вот такую вот замечательную бумагу Giza. Как она мне нравится вообще, это супер. Про табак, что я могу сказать, он влажный, спрессованный, черный. Выглядит вот так вот, вроде нормально. Мусор есть, но очень немного. Так скажем. Слегка смочим пальцы, чтобы было лучше закручивать. Так вот закручиваем нашу самокрутку. Такая вот у нас папироска вышла. Вполне нормальная. Приступим к дегустации. Честно признаюсь, я курил этот табак раньше. Он мне нравится. Понравился. Вполне отличный, достойный табак. Golden Virginia. Хороший табак. Хотя здесь и очень высокие показатели. На кассете, как бы написаны, но по ощущениям вполне так, курица легко, непринужденно, нормальная курица, друзья. Ну, что я могу сказать? Вполне реально, вполне доступно. Очень хороший ровный табак. Дым у нас тоже такая довольно приличная. Мне нравится. Из 10 10 баллов я могу оценить. И вот это вообще замечательная бумага. Я ее купил всего лишь за 1 евро. Вот здесь магнитик есть такой. Опа. Закрывается, открывается. Хорошо, спасибо, что смотрели. Всего хорошего, до новых встреч. Пока-пока, подписывайтесь.